Що це таке? Если кто-то думает, что я сейчас буду плакать, скулить, жаловаться, биться в истерике. Да, именно этим я и планирую заняться. А что? Разве есть какой-то повод для радости? Что за Разве фентанил? То, что сейчас происходит, это праздник? А мы, кстати, как у вас работает YouTube? Все еще замедляется или уже лучше ситуация? Плохо, реально? Не думаю. Хотя у нас находятся люди, которые этому рады. Есть те, кто искренне рад. Кто радуется? Другие делают вид, что рады. Третьим приходится изображать радость. Радуются тому, что у нас в стране перестает, судя по всему, работать самая продвинутая, популярная, удобная платформа для реализации своего творческого потенциала. Хес, ты против России, россиян, или ты против Путина и его политики? Я против Путина и его политики, конечно же. Естественно. Туп. Среднесуточный охват в России составляет 55,7 миллионов пользователей. Сколько? Сколько? Суточный охват в России составляет 55,7 миллионов пользователей. YouTube дал возможность проявить, показать себя всему миру, людям, живущим глубоко в провинции и не имеющим возможности выехать в большие города для реализации себя. YouTube подарил им такую возможность, и они сделали это благодаря YouTube. Да к чему здесь радоваться? Хотя я, наверное, что-то не понимаю. Все ведь делается ради нас, чтобы мы жили комфортнее, безопаснее, веселее. Наверное, надо радоваться. Ну что, хейтеры, хоть у вас, САС, праздник. Да. Хотя у вас и так каждый день праздник, но тем не менее, вы долго этого ждали, вы стремились к этому, и вот этот день настал. Давайте, наполняйте свои бокалы граненые. Чем вы там наполняете? Водочкой, скорее всего. У меня синюшка голубая, давайте, пацаны. А у меня этот, как называется, цикорий. Выпьем. Нас с вами в очередной раз лишают права выбора. Это ли не праздник? Давайте. Давай. О. Класс. Кто-то говорит, что на Ютубе много какой-то не такой информации, контента и тому подобное. Много лишней информации там. Ты сам выбираешь, что тебе смотреть. Если что-то тебе... А если тебе YouTube начинает в рекомендациях что-то подсовывать? Бля, там такой порой в рекомендациях залетает, думаешь, ебать, а мне зачем вообще это надо? Вот я сейчас даже вот зайду на YouTube, вот где тут рекомендации? Вот что у меня, вот, ну, что-то, будущее Навального, его окружение, окей. Информационный клуб Доширак Энергетик. Нахуя вот мне вот откачали воду из ракетного Привет, бункера, Хес. Блядь. Вот, идем дальше, рекомендации YouTube. Эксперимент, разгоняем бытовую технику, вот, до отказа, блядь. Вот зачем, вот он, YouTube реально считает, что мне это будет интересно, да? Я послушал топ-чарт Яндекс.Музыки и сделал выводы. Ну охуеть, я рад за тебя, братан. Поездка на роскошном спальном поезде в Японии за 450 тысяч рублей. Турция, эйфория, Пальм-Бич, нахуй, резорт, сука. 450 просмотров. То есть YouTube буквально говорит мне, Хесус, вот это тебе интересно будет, смотри. Доброе утро. У нас начинается утро вот так вот. У нас гость на нашем балкончике. Здесь мать, ты чё вообще? Кошечек, это вообще? Все ходят, ну, дети. Дети и Слава, мальчики мои. Дети Ислама? Все ходят. А, это, а я дотерпела до Турции, и вот сегодня сходила и подстриглась. Вот так вот. Немножко по-другому, чем в прошлый раз. Сегодня... Вот видите, рекомендации-то какие. Тебе не нравится? Или это тебе не по душе? Вот ты не будешь это смотреть. Никто тебя не заставляет, ты не обязан. Меня только что YouTube заставил смотреть вот это. Здесь вот. Я не могу отключить видео. Все, я подсел на нее. Ебать у тебя в СРТ рекомендации. Охуеть. Шо это за YouTube экстра премиум у тебя? Ну такой вот и вот такой вот YouTube у меня. А я причем не знаю, нахуя он мне это рекомендует. Реально. Вот зачем? Смотреть то, что тебе не нужно. Поэтому, когда кто-то говорит, что на Ютубе есть что-то неправильное,
вредная или не отвечающая нашим интересам, культурным и так далее. И из-за этого YouTube надо заблокировать. Я не буду судить этих людей за эту позицию и вообще за какую-либо другую позицию. Кто я такой, чтобы осуждать кого-то? Сегодня... Я скажу так, к примеру. Если в магазине продают сигареты, а я не курю и осуждаю курение, то я все равно зайду в этот магазин и куплю себе то, что мне нужно. Я пройду мимо прилавка с сигаретами и даже не посмотрю туда. Если кто-то думает, что заблокировав YouTube, то вся тут же аудитория с YouTube переметнется на другую платформу, ну там на Рутуб и так далее, то это так не работает. К примеру, допустим, есть бизнес, да, какой-то определенный, точка, которая зарабатывала репутацию, аудиторию десятилетиями. Она улучшалась, модернизировалась, а люди привыкли к ней. Она отвечает всем запросам людей. И в один ужасный день какой-то толстосум посмотрел на эту точку. Я, кстати, толстосум. Положил на нее глаз и подумал. Я хочу, чтобы ко мне также приходили люди, и я также тут рубил бабло. И что он делает? Он ломает к чертям собачьим, сносит, стирает с лица земли эту точку и ставит свою на это место. Но что в итоге? Люди туда не идут. Почему? Потому что это так не работает. Логично. Это аксиома. Так устроена вселенная. А знаете, что работает? Конкурентная борьба. Другими словами, вы должны вкладываться в свой продукт, улучшать его, модернизировать, предлагать то, что у вашего конкурента нет. Отхать, бить вы должны светиться ярче, чем ваш конкурент. И тогда люди к вам подтянутся. Что дальше будет с проектом «Отдельная цивилизация»? Да нихуя не будет. Будет всем пиздарики. На данный момент у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Ситуация изменчива, и пока остается только ждать. За себя могу сказать, что пройдя весь этот путь со всеми трудностями, которые нам с вами пришлось преодолеть, мне бы не хотелось все бросать. Вот так вот резко обрубать. Легче всего все оставить и уйти. Проще всего. Обещаю постараться сделать все, чтобы... Бля, вообще походу блогеров не останется, только я буду видео записывать. Этот легкий и простой вариант избежать. Ну, что я могу сказать? Печально, да? Только я буду видосы записывать в итоге. Эх! Эх! Ты редко записываешь. Так, теперь буду чаще это делать. Раз такая тема, то чё бы и нет. Ну, реально.